В Брестском областном диспансере спортивной медицины трудятся высококвалифицированные врачи, которые работают с самой необычной категорией пациентов – спортсменами. А еще в диспансере эффективно применяют современные методики для диагностики и восстановления. Один из них – программно-диагностический комплекс для анализа биоритмов «Омега-М». Разработан на последних достижениях космической медицины, и в Бресте такой аппарат единственный. Метод позволяет определять функциональное состояние и резервы сердечно-сосудистой системы организма человека, оценивать уровень энергетического обеспечения, оценивать адаптационные возможности организма человека, а также определять биологический возраст, оценивать иммунный статус организма человека, а также применяется в ходе динамического наблюдения для оценки эффективности проводимого лечения при различных патологических состояниях. Для тех, кто хочет узнать физические возможности своего организма и собирается связать свою профессию, например, с силовыми структурами или активно заниматься физкультурой и спортом, в диспансере предлагают пройти холтеровское мониторирование и тредмил-тест. Это исследование хорошо тем, что оно очень функционально. Если вот на схожем исследовании велоэргометрии там приходится крутить педали, что, в общем-то, не каждому человеку посильно. А здесь идет очень такая функциональная нагрузка, поскольку ходьбой занимаемся мы все. Поэтому, в общем-то, очень доступно, очень все легко выполнимо. На беговой дорожке имитируют ходьбу в гору, что позволяет сделать точную диагностическую пробу для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы и переносимости физических нагрузок. Это учреждение имеет новейшую медицину, новейшие технологии, которые могут помочь людям. И я хотел провериться и выбрал ее, потому что мне еще люди посоветовали, друзья посоветовали. Говорят, здесь и недорого, и врачи хорошие. Нет возможности выехать на море? Не расстраивайтесь. В диспансере предлагают СПА-процедуры самого высокого качества. Гидромассаж – одно из наиболее популярных средств не только расслабиться и восстановиться, но и значительно повысить эффективность терапии, назначенной в поликлинике и больнице. Есть вариант сделать ручные и ножные ванны, а можно провести 30-минутный сеанс с полным погружением. Под руками массажиста не все любят расслабляться, а здесь в воде, в прохладе. Ладно, если у нас жара на улице, с помощью 3-2 атмосферы это идет у нас сила потока воды. Очень глубоко проникает, хорошенечко расслабляет мышцы, помогает релаксироваться. И в принципе, как сам по себе массаж очень действенно оказывает свое влияние на организм. Значительно улучшить самочувствие поможет и криокапсула. Лечение и восстановление при температуре минус 140 – новейшее достижение физиотерапии. Спектр показаний самый широкий. А вот для тех, кто любит погорячее, можно провести сеанс света- и ароматерапии в инфракрасной сауне. Для этой процедуры используют косметические средства белорусского и французского производства – солевые скрабы и обертывания. Полный комплекс займет чуть больше 1 часа, а удовольствие получите на несколько дней. Не меньше наслаждения и пользы доставит и кедровая бочка, которая может быть как альтернативой инфракрасной сауне, так и хорошим дополнением к ней. Очень нравится, расслабляются все мышцы, отдыхаешь, пахнет кедром. Ну, довольно так приятная процедура. Это улучшает кровообращение, лимфообращение, выводит из организма шлаки, токсины всевозможные, оказывает благоприятное воздействие на кожу, подтягивает кожу, улучшает тургор кожи. Вот, в инфракрасной сауне мы предлагаем использование профессиональных косметических средств, что для женщин тоже немаловажно, то есть это плюс еще красота и ваше здоровье. В диспансере спортивной медицины знают, как восстановить здоровье и улучшить самочувствие, стать красивее и моложе. И всегда рады поделиться этими знаниями на практике. Ирина Альшова, Андрей Щербатон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.